Здравствуйте, уважаемые зрители! Как известно, вирус COVID-19 опасен как сам, так и его последствия. Все мы прекрасно помним печальную историю Александра Градского. Сегодня известное новостное издание сообщило печальную новость. Как известно, Александра Пахмутова и Николай Добронравов переболели вирусом COVID-19. Врачам удалось их вылечить, несмотря на пожилой возраст пациентов. К большому сожалению, на этом все не закончилось. Последствия от вируса оказались слишком тяжелые. Пара композиторов, выписавшись из больницы, переехала в свою квартиру. Там роль сиделки взяла на себя их домработница. Они соблюдают постельный режим, так как очень слабы. К ним регулярно приходят медики для оказания помощи. Сегодня стало известно, что ночью к ним приезжала бригада скорой помощи. У Александры Пахмутовой на нервной почве сильно поднялось давление. После новости о смерти Леонида Куравлева она сильно распереживалась, а новость о смерти Виктора Мережко просто сбила ее с ног. Поднялось давление, которое не получалось сбить домашними медикаментами. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи сделала укол и поставила капельницу. Давление удалось нормализовать, госпитализация не потребовалась.